Всем привет! Сегодня у нас уже вечер. Снимать некогда, стройка. Пока погода хорошая стоит. У нас что у нас? Сегодня какое число? 15 октября. У нас плюс 16, плюс 15. У нас жара. Тепло, да. Тепло. Погода ждет, пока я крышу там не доделал. 10 листов осталось закрыть. Ну, утром покажу, сниму. Стройка продолжается, снимать некогда. Вечером. Ну, давно не снимал птиц, сейчас покажу. Остались канарейки. Вот три самца, певца моих. Наяриваю только так два зеленых. Это отец и двое сыновей. И вот этот оранжевый отец. Те два сына его шни. Уже темно, да, не видно. Ну, вон отец. И вон амадины. Вот они. Это внизу самочки. Тут канарейки, что же есть? Ну, самочки, канарейк и амадины. Амадины, что там? Папаша с мамашей и двое детей. Сейчас щегол есть. Риполова выпустил. Один улетел, у меня щегол. Щегол Яшка был, которого я вот несколько раз видео снимал. Такой щегол был. Он, когда мы ездили в Крым, короче, за ним не доглядели, он семечкой подавился и умер. Сейчас этот щегол у нас не поет, ну поют вот кинора. Ладно, сейчас утром сниму, покажу мою стройку, как стройка продолжается. Вот я закрываю крышу. Красный бьет хорошо, мне нравится столб. Блин, не видно высоко. Летает. Ну вот она, крыша. Сейчас залезу, покажу. Вон уже там ряд закрывается. Здесь все отбито. Вот скоро уже, дай бог, завершу еще неделю. Через неделю нам обещают снег. Поэтому, дай бог, за три дня у меня не получилось поднять все опилки и шифером закрыть. Я переоценил свои возможности. Че там? Кто там, Багир? Кто там ходит? Ну, это мы недавно. Вот они. Вот хан. Охрана. На днях приехал домой на машине. Сосед решил надо мной поштить. Багира, иди сюда. Хотел меня напугать. Багира, говорю, его знает. Он решил на меня сзади напасть. А я его не видел, но сзади. Багира, сиди спокойно. Он сзади подкрался. И тут я слышу, моя Багира с таким ревом, как тигр, блядь, на кого-то напала. Я слышу, кто-то орет, а? Я поворачиваюсь сзади. Она вцепилась ему в руку, блядь. Вот так. Хотел пошутить, она ему прокусила руку. Хотя она его знала с детства, Багира. Все равно за хозяина. Да, Багира, иди ко мне, моя красавица. Я сперва ее поругал, а потом думаю, что я ее ругаю-то. Если тот, блядь, дома мозгов нету. Она-то сделала свое дело, да, умница моя. И вот он, вот и тоже побежал, да. Но он никого не укусил, но скоро он всех съест, да. Потому что он конь настоящий, уже, да, хан. Ты уже выше Багиры, да. Ты уже конь у нас растешь. 4 месяца он уже целый конь. Ладно, полезли наверх. Не вижу я их. Ладно, вон там высоко поднялись. Так, ну вот. Задний ряд полностью закрыт. И вот здесь я пирамидой закрываю. У нас ночью, вон, видите, заморозки были, и инеем покрылось. Так, под дымоход. Вот вылезет труба под вентиляцию. Вон она. Сейчас. Вот он, укрываем пароизоляционный материал и опилки. 35-40 сантиметров сыплю. Как засыпал, сразу закрываю шифером. Вот. Так что скоро листов 10-11 осталось накрыть. И крыша будет закрыта. Купил печку с трубами за 4,5 тысячи. Сейчас покажу, какую печку.
Так что стройка моя наружная, дай бог, скоро закончится. Внутри займусь обделкой и уже запущу попугаев скоро. Зимой, наверное, я их уже перенесу сюда. А, пойдем печку покажу. Ну вот, две трубы. В общем, 5,5 метров. Купил. Проезжал, где металлоприемка. Думаю, дай загляну. И вот печку за 2 800. Короче, с трубами она мне обошлась, а в 4 500. Я как раз дома приехал. За деньгами пошел, смотрю, у меня 2 газовые печки валяются, их сдал. Короче, в 3 500 мне обошлось вот это все. Печка пользовалась, по-моему, 1 раз всего лишь. Но такую не купишь. Это, на Авито даже, за такую цену, на Авито даже не купишь. Здесь, вот даже, ведь она чистая, воды не было в ней. Это для воды, а вот дымоход, здесь каменка. Ну, сюда забью камнями, и здесь... Буду топить. Сейчас закрою крышу карбонатом или пленкой, закрою окна, поставлю двери и все, и начну обделывать внутрь. Вон он под дымоход у меня, вот она, вот это все сейчас. А вон вентиляция, но она торчит, я ее сейчас еще назад засуну. Такие дела. Ладно, спасибо за просмотр. Сейчас 7:30 у нас время, или где-то 8, наверное, пойду на работу. Да, если бы сегодня не пошел бы на работу, сегодня бы я бы уже очень много бы сделал на крыше. Но надо работать. Пока. А потом, дай бог, будем работать на себя, да, Багир? Ладно, всем пока. Скоро увидимся.